Сражаться как герои боевиков и стать звездой спорта. Чемпион мира по карате Гнел Арамян провел в Первоуральске мастер-класс для юных спортсменов. Обладатель черного пояса рассказал, как тренируется и благодаря чему добился успеха. Много интересного узнала и наша съемочная группа. Путь к успеху начинается с тренировки, а тренировка с разминки. Сейчас она проходит необычно в качестве наставника чемпион мира по карате Гнел Арамян. Он приехал в Первоуральск, чтобы провести мастер-класс для начинающих спортсменов. Ваша задача отсюда, без помощи рук, можете только вот так вот помогать, пол не трогаем, выпрыгнуть максимально далеко и сесть обратно на колени. Это для развития силы и выносливости, объясняет гость. Еще важна мгновенная реакция и движение, доведенное до автоматизма. Чемпион признается, в детстве мечтал сражаться как герои боевиков, к примеру, Джеки Чан и Жан-Клод Ван Дам. А вот от карьеры Лионеля Месси и Криштиана Роналдо отказался. Между футболом и карате выбрал последнее, решив, что может стать успешным только в одном виде спорта. Я считаю, что нет никакого секрета. Просто нужно тренироваться, ежедневный труд. Слушать своего тренера, естественно, не прогуливать, не отвлекаться ни на какие другие там вещи, которые могут вообще поспособствовать тому, что ты как-то себя расслабил. Гнел Арамян занимается карате с 5 лет. Сейчас ему 26, он неоднократный победитель всероссийских соревнований и чемпион мира. В его детстве тоже были мастер-классы от известных спортсменов, вспоминает мужчина. Поэтому сразу согласился, когда самому предложили провести тренировку. Участниками этого мастер-класса стали полтора десятка начинающих каратистов и каратисток. Вместе с мальчиками здесь занимаются девочки. Говорят, на этой тренировке изучили еще несколько новых приемов. Новые связки, новые удары и как можно пробивать соперников. Я хочу получить черный пояс и стать всемирной чемпионкой. Ребята занимаются кто-то один год, кто-то два года, кто-то уже третий год. Некоторые из них уже выступали на соревнованиях городского, областного и даже российского уровня. И в будущем мы планируем дальше выступать на российских турнирах, чтобы отбираться на международные соревнования. Организовать тренировку с именитым спортсменом помогли активисты движения «Первоуральск. Город чемпионов», созданного при поддержке группы ЧТПЗ. Нам важно, чтобы чемпионы личным примером поддерживали начинающих спортсменов. И это будет мотивация для них, чтобы они продолжали заниматься спортом, не теряли веру в себя и дальше шли с успехом в свое спортивное будущее. Автографы от звезды спорта на память начинающим каратистам. Впрочем, тренировка с чемпионом и так запомнится надолго, уверены школьники. А ведь такой мастер-класс – еще один шаг к тому, чтобы и у них когда-нибудь был повод дать автограф. Алексей Вербицкий, Андрей Волков. Новости Первоуральска.